Приветствую, мои дорогие друзья, также новые зрители канала «Заброшенная Россия». Вы смотрите продолжение истории о пятерых детях-сиротах, которые остались без родителей. Три предыдущие серии о них вы можете посмотреть по ссылкам в описании этого фильма. В этой части мы посмотрим, как у ребят продвигается ремонт, но сначала заедем в Оренбург к замечательной девушке. В этой истории обязательно будет продолжение, поэтому, если она вас заинтересовала, обязательно подпишитесь на канал, если до этого не были подписаны, и нажмите на колокольчик внизу, чтобы не пропустить фильм. Поехали! Ну что, друзья, я уже почти подъехал к Оренбургу. Время около 5 часов утра. Сейчас ехал, можно сказать, всю ночь. И поймался на мысли, что уже прошло поллета, а я даже, честно говоря, не взял ни одного выходного. Работаю. Куда-то все спешу. Кто-то скажет, что блогерская жизнь — это очень легкое занятие. Но на самом деле, друзья, вот поймался на мысли, сказал уже, что это очень сложная работа, не можешь расслабиться, постоянно куда-то гонишься, спешишь, торопишься, уже какая ночь у меня за рулем проходит. Чтобы сэкономить время, я еду к ребятам за полночь, выехал где-то в час ночи, чтобы всю ночь провести в дороге и с 9 часов начать уже съемки, потому что в 9 утра мне уже девушка живет в Оренбурге. Спать, конечно, получается. До Оренбурга еще часочек ехать, поэтому, не знаю, если часочек посплю за рулем, вернее, в Оренбурге, то вообще будет шикарно. Фух, вот такая работка блогерская. Едем дальше. Друзья, прибыл я в Оренбург, еще рано, все спят, поэтому думаю, часочек два посплю и дождусь Светланы. В общем, надо поспать сегодня немножко. В Оренбург я заехал по просьбе фитнес-тренера Светланы, которая со своим знакомым Дмитрием решила передать ребятам спортивную обувь и одежду. Хороший у вас дворик. Только смотрите, тут я не знаю размеров. Впрочем, куча что-то надавал, я не знаю, может, вам все отдать, там разберетесь вы? Ну, наверное, давайте. Потому что я не знаю сейчас, как по размерам это все смотреть. Обувка тоже самая. Хорошо. Держите вот так и все. Вот это все вам. И вот этот пакет тоже вам. Все, большое спасибо, обязательно привет передам. Спасибо, спасибо. Ясно, до свидания. Хорошо. В общем, такие подарки, друзья, от Светланы и Дмитрия. Аккаунты я укажу в описании. Спасибо. Меня очень часто спрашивают, зачем тебе такая большая машина. Вот для таких случаев, друзья, всегда можно что-то погрузить большое и увезти. На этой машине я ездил уже с 18 года, хотя до этого тоже 6 лет отъездил на такой машинке. Опа. Большая экономия всегда на доставке. Алексей, поможешь? Привет. Приветствую. Да нет, все уже упаковал. Фотографию можно? Конечно. Хватит. Ну ладно, счастливо. Давай. Ну что, здорово. Здорово. Как житуха? Нормально. Че, срок идет? Да. Здрасте всем. Приветствую. Машину некуда поставить. Приветики. Привет. Как жизнь? Деревенская. Привет. Я не хочу уходить. И так грустно. Так, вам там куча привет. Самая серьезная девочка. Что новенького тут, а? Сегодня в больнице узнали мой сын. Вот самый добрый, да? Просто прошли. За 40 минут прошли, нас узнали в больнице. Улыбаемся. Там куча вам это, спортивной одежды привезли. Пойдете будем. Куда мне? Всем, мне. Что, повеселее стали? Да. Ну и правильно. Ребят взять. На крышу, наверное. Да? Ясно. Подкучились, что ли? Угу. Малыши мои. Как я вчера ролик испугался, вообще увидел картинку где-то плачу. Я не поняла, мне страшно. Ну, как-то, блин, я сам первой жизни в итоге что-то... Ну, я думал, оставлять, не оставлять, там, думаю,
Ладно. Было, значит, было. Че, как велики? Нормально. Точно? Угу. Че еще хотите? Спасибо. Вы меня так не обнимаете. Ну так. Ну что, пошлите? Не, пошлите. Один, раздам, там много всего. Пробежим. А работа кипит. Короче, надавали все в куче. Сейчас еще. Сейчас будете мерить. Прямо сейчас? Я не знаю, как вы делить тут будете все. Там, потому что, не знаю, разные размеры. Что-то вообще не уставшие какие-то. Бодрые, веселые. Нормально все? Да, все отлично. А вы залазите где? Здесь? Да. Сейчас попозже залезу. Там тебе будет проще залезть. Пошли, давай мы занесем, ты на крышу полезь? Да, можно. Это те самые фронтоны, да? Это все мы фронтоны забрали. Вчера привезли все. Крыша вам все готова. Осталось только подкрепить ее. И карнизы соберем там вообще все. Понял, понял. Конек, ветровые, вот ветровые. А, здесь, а здесь есть? Да, работа кипит. Что там делаете? Яблоки едим. О, вкусные уже? Они все гнилые. Там одежду принес, разбирайте. Там просто куча всего надавали. Шепс! Ну ты меня всю испачкал и порвал уже, Таре. Ну что, идем смотреть крышу. Новую. Даже все по уровню. Конечно, как все делать. Ну, оно у нас. Люди понимающие поймут сразу. Хорошие? Конечно. Это не китайские. Да? Это самые четкие среди уровней, которые бывают. А китайские кривые, что ли? Они не точные. Что, дождя не сильно много было? Мы много сидели в дождь, Женя не дал сорвать. Дождь лил, все наполнялось, она течь начинала через края. Уже сидели здесь, отсюда вычерпали. Да, там гроза, страшно. Сколько квадратов считают? Как вообще крыша считается? Квадратный метр. 130. 130. Реально, второй этаж можно сделать. Да, предлагали. Вот. Так стену пустить, вон там стену пустить, а здесь так шлепли, потолок сделать. Но это никогда не поздно. Никогда. Ну, будет такая летняя мансарда. Женя говорит, что сделаем панорамное окно, кресло, кофе, говорит, как на соседей будешь сидеть смотреть. Вы домой не ездили? Нет, так? Ни разу. Как приехали, да? Сколько да, же? Ну, мы же как и договаривались. Пять уже дней, да, сколько? Четыре, нет. Помню. Четыре? Да. Сейчас стену что решили делать с этой? И подпорку они поставили там, хотя сносить они полностью. Вы что, не устали? Да нет, блин, есть, что-то конечно, усталость, но, блин, сделать что надо, само собой, правильно? Вот что это, как весна началась, мы еще ни разу не отдыхали. Да? Каждый день работаем. Да я что-то сегодня тоже, знаешь, еду, понимаю, что все лето проходит, я даже ни одного выходного да, тоже не было. То же самое. Это здесь дня на два еще, да? Ну, завтра, я думаю, закончим. Да? Фронтон мы сделаем в плоскость дома. Тут раньше был такой отлив. Получается, так шел фронтон, и тут постоянно снег стоял. Mm-hmm. А теперь у нас фронтон будет вот так вот. Стрэп его выдавил. Ага. О, пойду к девчонкам. Да, мерить они там пошли. Штук 10 там, я не знаю. Ну, у меня где-то 10-20 есть. Поможете выгрузить этот обогреватель? Здрасте. Хорошо поработал. И за сколько скосил тут? Вон там, за день, тут, за всякий. Чего здесь будет у вас? Катушка. Катушка? Ну, в следующем году уже, да? Да. А, ну да, в этом году спахать можно будет. Это нормально работает? Да. Нравится? Не тяжело? Ну, круто. Не сложно вообще пользоваться? Нет. Нет? Здорово. Тебе, короче, есть чем заняться, да? Да. Заведи, покажи, как заводишь. Класс. Легко заводить. Угу. Что, посмотри, что девчонки там делают. Большой у вас огород. Да, конечно. Стена симпотная. Ты не смотрели вообще? Они там что-то мерили. Манюшка расплакался, ушел. Да? Потому что кроссовки не как раз там 30-30 размер. Они мужские были? Да. А у него 37-37. Она расплакалась, я говорю, ты что совсем? Говорю, поеду новую куплю тебе. А ребят, чай? Да, пошли. Ты опять мне будешь снимать? Да. Да,
Тебе же нравится уже. Привыкла уже. Ну все, подошло тебе. Да, я что, ух ты, ничего себе. Подошло. Короче, все заберешь. Угу. Помери из этого что-нибудь. Вот. Да. Прикольно. Это сейчас такие штаны носятся, да, все? Угу. Личные. Как они называются? Не знаю. Это что, это яйцо? Здорово. Да-да-да. Это для чего? Что? Каска. Просто маска. Довольна? Да. Ну, здорово. Рассказывай, что нового? Какие ощущения? Эмоционально сложно. У тебя раньше тишина здесь была, наверное, да? А сейчас уже суета, куча мужиков непривычно. Кто-нибудь еще появлялся? Знакомых? Сегодня приезжали две женщины какие-то с Оренбурга. Есть какой-то мужчина. Он увидел эту историю у тебя на канале. Попросил этих двух женщин, чтобы они, короче, приехали и убедились, то, что это действительно такая семья есть, то, что это, типа, не постанова, то, что мы не актеры. Вот, они приехали, сфоткали со мной, селфи сделали. Сказали, типа, помогут. Номер тоже взяли мы. Инна там, да? Говорит, у нее там звонков много. Подписчиков прибавилось. Очень сильно прям прибавилось. Вот у меня какой-то мальчик там... писал, короче, по поводу работы. И это... И вчера вот мы с ним начали, короче, ВКонтакте сообщество создаешь. Начнем вот мы с этой истории, как мы к тебе обратились, как мы жили до этого. На нашем примере показать то, что добрые люди есть, и вера в них тоже есть. Главное верить. Наверное, так. Здесь самое главное, чтобы видео заходили на Инстаграме и Ютубе. Включить. И не сказал, что приехал? Я ей говорила, она мне звонила. Она говорит, а если, говорит, Дашеньку, типа, на ноги, говорит, поставим, говорит, я говорит, буду самым счастливым, говорит, мне, говорит, ну, типа, уже вообще ничего не надо, хотя у него, ну, тоже потихоньку начинает мечты сбываться. Это вообще очень классно. Она говорит, я каждый комментарий, Женька, говорит, читай, говорит, а у меня слезы. Она меня учит, чтобы я не пропускала вот эти вот все, которые нервики, вот. Она меня учит не пропускать через себя. А сама, блин, комментарии читает и через себя это пропускает. Я такая, и я ее сегодня успокаиваю, говорю, так, кто кого учит? А по свету что, оказывается, сказали? Сегодня приедут? Да, сегодня замерят, а завтра уже будут делать, вроде как. Хотелось бы услышать ваши ощущения после фильма, который вышел последний. Да. Что изменилось? С самого утра у меня льются слезы. Просто я как зашла на свой канал, я как увидела комментарии, я увидела, как люди стали это все поддерживать. На твоем канале комментарии, на моем канале столько добрых слов. Это вообще стали писать мне в WhatsApp, стали помогать деньгами. Вообще сбудется наша мечта. Купим мы ей все-таки электрическую коляску. До школы дорога хорошая, но грязь. У нее все руки грязные, рукава все грязные. Как пока мы доедем. Теперь хоть с комфортом будет ребенок. Она еще одна хочет самостоятельности, а мы не можем ей это. Возим ее. А сколько метров до школы? Там недалеко у нас, 100 метров. Вот и асфальтик хороший ей. Одной можно проехать. Ну вот из-за того, что колеса крутят, тут портфель у нее, и у нее ничего не получается. Ходим, встречаем. Ну теперь сбудется наша мечта. Нас все посмотрели, мы все посмотрели. Сестра у меня со слезами плачет. Все звонят со слезами. Нельзя без слез смотреть. Первый год расплакались вместе с Алексеем. Второй раз, как увидели, когда Даша поползла. Вот, все так трогательно. А самое главное, мне позвонил молодой человек из Германии и сказал, что здесь у нас в Самарской области человек есть, который вас поставит на ноги. Он говорит, вам он точно нужен. И тот человек, который вот массажист, он, и он говорит, меня поставил на ноги. И говорит, вас он точно поставит на ноги. Девчонка, есть мне сестра? Что случилось? Йод есть? Йод, я сейчас притачу. Перестрахован, чтобы заражения такого не было. И кровью, чтобы не забрызгали тут участок. Тетин, говорит, бензин есть. А массажист где живет? Вот. Он живет в Самарской области, здесь недалеко. Компьютер сделали? Да, настроили, увозили в Леки его этим, ну, настройщиком. Ну да. Да, все сделали. Да. Что делали? Да. Вот они, Маша, дай это, сядет, она отбирает у нее. Это мой подарок. Ну вот у них теперь нравится. Вообще,
Конечно, спасибо огромное за подарок. Ну, а чтобы дети готовы, счастливы были. Леш, ты изменил нашу жизнь, вот конкретно. Мелочи жизни. Нет, для нас это не мелочи. А я из-за вас вот расплакался на всю страну. Теперь меня плаксы считают. Ты мне сказал тоже, что какой-то ролик это тоже, говорит, такой будет грустный, говорит, будешь реветь. Эмоционально. Я не поняла, говорю, вроде, говорю, не плакали. Тут, говорю, а оказывается, Лёша у нас там. Мы сегодня с подругой разговаривали, она говорит, и мне такое ощущение, что Лёша святой. Это, говорит, вот только у доброго человека может сердце плакать, говорит. Вот так вот расчувствоваться, говорит, что мужик, это, говорит, просто такое сердце вот у него. Надо же, говорит, какие добрые люди есть на свете. Говорит, да, нам так повезло. Давай. Понял. Вот, пойдем. Здрасте. Здрасте. Владимир. Алексей. А, Людмила. Здрасте. Здрасте. Главный счетовод? Да. Это по комнатам сразу, да? Да. Четыре розетки. Четыре. Вообще, вот угла надо сносить, чтобы разницы стен не было видно. Вот эту стену пролить туда, отсюда сюда. Значит, вот угла, короче, тоже здесь сносится. Ну, а сейчас в данный момент нужно определиться, где будет щиток. Куда щиток? Ух, какой мокрый. Без тебя гулял все? Мокрый. Что за киношка? Не знаю. А у вас кинотеатр здесь нет в клубе? Нет, не показывают? Можно я? Конечно, пошлите. Здрасте. У вас уже ребенок? И еще одни. Друзья мои надоедают, родители надоедают. Здрасте. Здрасте. Давно на вас подписан. Смотрю. Здорово. Я на вас обязательно подпишусь. Я проверю потом. Все, спасибо. Сейчас Алексей разрулит. Я не строитель, сразу скажу. Вот и положили арматуру. Ну, то есть это с этим фундаментом. Все? Погнали. Погнали делать. Весь материал есть. Линолеум закупили, дверь закупили. Входная дверь, ДСП, УСБ. Проект есть, кинем листочек. Проект есть весь, который хотели сделать. Передадим, она придет на это. Электрика мне сейчас в Москву придет, я вам тоже передам. Делаем для того, что... Че, поеду? Все, пиши, звони, приезжай. Да. Все, пока. Ты я поцарапался уже. А, у тебя рука крепкая прям стала уже. За косилки, да. И дрожит вот так вот. Нарошу, что. Давай. Скоро увидимся, да. Все, полетел я, давайте. Все? Так, по электрике считали или еще считаете? Вроде он сейчас сказал, но я считаю, что нужно, наверное, стену сделать, чтобы все подвесить, чтобы уже капитально. А, все сразу. Сейчас мы сделаем, допустим, скажете, стену ломать. Ну, так, например, говорю. Или там потолок что-то поделать. Уже... Все так же, сколько надо будет электрику скажете, сколько заработаю, скажете. Ну, я примерно... Здрасте, здрасте. Чуть не уехал уже. Че, как жизнь деревенская? Нормально. Где учитесь? В школе. В каком классе? В седьмой переходим. Все вместе? В одном классе? Да. Че, тяжело вот так вот ездить? Ух, да. Вот за лето я даже ни разу не отдохнул. Ни одного выходного не было. 5 часов обратно ехать. А теперь с улыбочкой. Все. Спасибо. До свидания. Все, пока. Уже, друзья, уехал. Минут через 5 звонит мне Женя. И говорит, что пришла Ева. Она сама не попрощалась. Не была дома. И очень расстроилась, заплакала. Очень переживает, что я больше не приеду. Я сказал, что сейчас вернусь. Успокоил ее. Сейчас скажу, что я обязательно еще раз приеду. И не раз. Вот, в общем, возвращаюсь. Еще раз прощаться. Родители с вами сфотографируют. О, да, конечно. Да. Все. Отлично. Пойду. Все, давайте. Все. Уезжайте, да? Ну да, мы поедем. Мы решили пришелку заделывать, ребята. А, ну правда. Да, и что тогда уже вызывали. Слезы. Что случилось, а? Ты что, малыш? Давайте. Так, все? Больше все прощались? По одному минуту еще. Давай, не стесняйтесь. Ну все, пока. Все, давай. Пока, сики. Все, пока. Руку подними, давай. Давай. Пока. Друзья, как вы видите, благодаря вам жизнь, ребят, меняется в лучшую сторону каждый день. За что вам огромное спасибо.
В этой истории обязательно будет продолжение, поэтому, если она вас заинтересовала, обязательно подпишитесь на канал, если до этого не были подписаны. И нажмите на колокольчик внизу, чтобы не пропустить фильм. Ну и, как всегда, поделитесь своими эмоциями, ощущениями в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно напишите мне в соцсетях. Ссылки на них вы увидите в описании этого фильма. До новых встреч, мои дорогие. Пока. Thank you.